Жила-была в далеком королевстве прекрасная принцесса с волшебными волосами. Было у нее много друзей, смелый, отважный принц и любимая зверушка Васька, которая была то ли собакой, то ли ящерицей. В общем, они и сами не знали. Но так эта история закончилась. А началась она совсем не сказочно. С коварной ведьмы, которая захотела завладеть силой волшебных волос. Ночью она пробралась в замок, пока все спали, и украла принцессу. Никто даже не проснулся. И только Васька пустилась по следу. Ведьма заперла принцессу в самой высокой башне и начала готовить заклятие. А дальше вы сами смотрите. Хватит кричать, несносная девчонка! Или я отрежу твои волшебные волосы? Ха! Так-то лучше. Но я все равно их обрежу. Зачем я вам нужна? А ты мне не нужна. Мне нужны твои волосы. Они волшебные. Ты же слышала эту легенду? Сила одного волоса может дать жизнь дереву. А если обрезать все волосы ночью, в минуту солнечного затмения, и прочитать древнее заклятие, можно заполучить вечную молодость. Что тогда будет со мной? Нет волос, нет волшебной силы. А без волшебной силы ты мне не нужна. Вы злая, безобразная и старая. Да, но сегодня мы это исправим. Из башни не уходи никуда. Ах да, отсюда же невозможно выйти. Злая колдунья отправилась в лес собирать травы для сотворения заклятия, а принцесса с Васькой остались грустить в высокой башне безо всякой надежды на спасение. Васька, тебе страшно? Они мечтали о том, что так же, как и в древних сказках, им на помощь придет прекрасный принц. Эх, как же выбраться. Но вместо принца рядом проходил только обычный хулиганистый парнишка. Ну да, дело, конечно, опасное. Но говорят, что у тех ведьм самые вкусные яблоки. Интересно, а что в этой башне? Наверное, там припасено много волшебных безделушек. Это должно быть очень опасно. Но я смеюсь опасности в лицо. Извините, я не знал, что это ваше... И в этот момент мальчишка влюбился, как мальчишка.
Ее белоснежные волосы и нежные черты лица не оставили в его сердце ни одного целого кусочка. Любовь будто ударила ему по голове. Хотя, возможно, это была не любовь, а сковородка. Кто вы такие? И кто мне лизнул? Это что, собака? Да мы и сами не знаем. Сперва меня похищают, потом хотят отрезать мои волосы, а теперь ты? А, все понятно. Значит, тебя похитила колдунья и хочет обрезать твои волосы? Да, чтобы заполучить вечную молодость. А, неплохой план. А что они еще могут? Говорят, что один волосок может вырасти дерево. А это уже похоже на план. Дай-ка мне... между прочим, было больно! Попробуем. Я же говорил. Давайте за мной. Наши герои пустились бежать со всех ног. А колдунья как раз вернулась в башню. И каково же было ее удивление, когда она увидела, что там совсем пусто. Принцесса, ты где? Твоя добрая фея пришла сделать тебе стрижку. Сбежала. Я знаю эту рогатку. Того хулигана, который воровал мои яблоки. Им далеко не уйти. Послать за ними ворона или использовать волшебное зеркало. Есть идея получше. Алло, бездельники? Для вас есть работенка. Да, ваш колдун, сделаем все в лучшем виде. Я задержу их! Бегите! Васька, Васька, быстрее! Они нас догоняют! О! Вечно приходится делать все самой. Чекаем. Можете бежать, но от моей летающей метлы вам никуда не деться. Тьфу! Придется по старинке на своих двоих. Ну че, за ней? Да ну ее! We'll be right back.
больше вам некуда бежать. Сдавайся! Через час наступит затмение, и я обрежу твои волшебные волосы. А что, если я отрежу волосы раньше? Ты этого не сделаешь. Ты же не хочешь лишиться своей силы? Ради спасения друзей. Я готова на все. Но ведь у тебя нет даже ножниц. А они мне не нужны. Вася, кусай! Нет! Нет! Что ты наделала? Мои волосы! Они теперь бесполезны! Так наши герои победили злую колдунью и вернулись домой целыми и невредимыми. Вот теперь мы дома. И что ты теперь будешь делать без своих волшебных волос? Ну так-то я еще все еще принцесса. Клянусь защищать тебя и никогда не дергать за косички.